тело — это хорошо, но оно ограничено, не так ли? Да, тело — это ограниченная возможность. Когда вы молоды, вам кажется, что тело безгранично. Но если у вас есть хоть капля здравого смысла, вы можете увидеть, что тело очень ограничено. Не так ли? Есть ли что-то неправильное в том, чтобы быть ограниченным? В этом нет ничего неправильного. Просто ваша природа такова, что она не желает довольствоваться чем-то ограниченным. Посмотрите на это внимательно. Да, как только вы приходите в человеческой форме, вы уже не сможете довольствоваться чем-то ограниченным. Если человеку дать вот столько, он попросит столько, получит столько, попросит еще больше. Если ему дать это, пожелает еще больше. Он будет желать бесконечно, потому что стремится к безграничности. Так что ваше тело никогда не сможет по-настоящему удовлетворить вас, потому что вы не желаете довольствоваться ограниченным. Так что мы говорим о преодолении ограничений тела. Не потому что считаем, что с телом что-то не так но просто потому, что вы не сможете довольствоваться ограниченным. Если вы остановитесь на ограниченном сегодня, завтра вы будете разочарованы этим. Вы будете хотеть что-то большее, большее и большее. Насколько больше вы хотите? Вы желаете стать безграничными? Пожалуйста, посмотрите на свое желание. Ваше желание — стать безграничными. Вы просто пытаетесь стать безграничными с помощью всего, что вам известно. Вот и все. Так что тело, ограничение тела не позволит вам стать завершенными. Так что мы ищем, как выйти за пределы этого. Это не означает пренебрегать телом. Это не значит уничтожать тело. Это не значит, что тело не важно или тело неправильно. Вы можете делать всю эту чепуху только благодаря механизму тела. Не так ли? Если же мы уничтожим этот механизм, что нам тогда делать? Нет. Мы не говорим об уничтожении тела. Мы говорим не о том, чтобы игнорировать тело, а о том, чтобы использовать тело в том ограниченном измерении, которым оно является, и найти способ выйти за его пределы. Потому что если вы не увидите этого, вы никогда не достигнете завершенности, потому что тело — это ограничение. Тело — это колоссальное ограничение, не так ли? Это колоссальная возможность, но также и колоссальное ограничение, не так ли?